Сочи стартовал форум современной журналистики. Открытие прошло в Зимнем театре города. Событие объединило более 1000 журналистов, редакторов и блогеров со всей России. Для участников выступил кубанский танцевальный коллектив. А сразу после председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прочитал письмо с пожеланиями главы государства. Подчеркну, именно в вашей компетенции объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами. Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлениях мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии,